вообще-то мне интересно. Я смотрел оба отбора, мне смотрел трансляции, мне, конечно, стало интересно побывать на финале, посмотреть на все это живьем, мы пришли всей семьей, и я не пожалел, было реально, было интересно. А вот сыну интересно или нет? Он слушает очень разную музыку, сейчас он слушает, боюсь ошибиться в этих стилях, но cloud rap, grime, и... Но это не отменяет того, что он интересуется, в принципе, тем, что в украинской музыке в том числе происходит. И у него, как и всякой Баба-Яги, тоже есть свое мнение. Так что мы все это горячо обсуждаем. Вы как думаете, он со временем станет частью украинской музыки? Он же все-таки музыкальный мальчик и барабанит. И... Вы знаете, я не знаю на этот счет, но я знаю одно. У него появился смартфон первый, а вот в этом году только, ему 14 лет. Мы достаточно долго от него эту штуку скрывали. И чтобы он больше читал, чтобы больше смотрел кино, и он действительно много читает, действительно много смотрит кино. Но как только он получил свой первый смартфон, он поставил себе гараж-бенд и сделал уже эпишку из 5 песен. Это англоязычный, очень-очень лихой музон. Мне очень нравится. И я не знаю, станет он частью украинской музыки или американской, посмотрим. Но мне очень нравится то, что он делает. Это реально круто. У вас на телефоне есть его треки? Нет, потому что он еще его не закончил. Он ставит мне, у нас есть студия, в ней он там все это дело дорабатывает, но в принципе он все делает там в дороге, по дороге в школу может сделать трек, и это очень круто, то есть ему пока что ничего не нужно, кроме него самого. Он советуется с вами по каким-то вот вопросам техническим или там творческим? Мы оба советуемся друг с другом, я ему тоже ставлю свои треки и спрашиваю, что он думает. Он мне честно отвечает. Он берет с вас пример, как считаете? Нужно у него спросить. А вы как считаете? Воспитать кого бы то ни было можно только примером, больше ничем. Поэтому я очень надеюсь, что я какой-то пример ему, конечно, даю. Вы, наверное... В основном, конечно, плохой. Уж какой есть. Вы пойдете когда-нибудь на Евровидение? Нас зовут каждый год. Нам это очень приятно. И мы встречаемся, разговариваем. И каждый раз я думаю о том, что это все-таки шоу. И... Я в большей степени музыка, чем шоу, поэтому пока что я себя в этом пробую. Если сына позовут, вы что ему скажете? Иди попробуй силы или нет? Или если он сам захочет пойти без приглашения? Если он захочет, конечно, пусть идет. Папка проголосует, 100%.